Приветствую вас. Я, если вы не против, начну с ответа на ваш последний вопрос. Почему именно на последний вопрос? Дело в том, что с него, с последнего вопроса, начинается самое главное. Вы спрашиваете, почему мужчина, если, значит, не любил, если не любил, зачем со всеми знакомил, цветы посылал и, значит, собственно, планы строил, ревновал ко всем. Видите ли, мужчина, он ваш мужчина, он действительно хотел быть с вами. Я вижу это как совершенно такой очевидный факт, что мужчина, он хотел быть с вами. И он действительно рассматривал возможность с вами быть. Его намерения были серьезными, но, опять же, по моему мнению, его намерения были серьезные, его намерения были искренние, его намерения были такие, что человек действительно строил некоторые планы на вас. Это было совершенно определенно. Но потом вы сделали одну, ну, серьезную ошибку. Какую именно? Ну, вот человек пошел в бар с друзьями, а вы по какой-то причине это восприняли негатив. То есть вы поругались, по вашим словам, из-за того, что он пошел в бар с другом. И на ваши звонки категорически не отвечал. То есть мужчина воспринял то, что вы делаете, то, как вы себя ведете, исключительно, судя по всему, в контексте ограничения его свободы. То есть вы ограничивали свободу человека, его свободу. И это ему не понравилось. И именно от этого мужчина и пытается сейчас избавиться. Ему не нравится, что вы ограничиваете его свободу. То есть он понимает, что вы как бы, ну, еще раз окажетесь в такой вот ситуации, когда он будет со своим другом, потому что он со своим другом не собирается прекращать ходить, например, в тот же бар. И он понимает, что он будет это делать еще. Но вы для себя, вы ему, точнее, правильно будет сказать, вы ему показали, что вы это не приемлете. То есть вот подобное поведение с его стороны вы не приемлете. А он его считает абсолютно нормальным. И он не собирается из-за вас менять что-то в своей жизни. Например, переставать общаться, допустим, с друзьями. Этого делать он не будет. И, соответственно, мужчина понял, что вы каждый раз будете устраивать ему такие вот скандалы. И именно это он и хотел пресечь, когда сказал, что с вами пока не хочет больше встречаться и видеться. То есть вы по какой-то причине, вот, кстати говоря,
отдельная тема для разговора, по какой причине вы ограничиваете ему его свободу. Вот если честно, этот момент, он важен для разбора. То есть почему, что заставляет вас ограничивать мужчину в его, ну, в его свободе, в его выборе досуга. Какая ваша характеристика, какая черта не позволяет вам ну, спокойно относиться к тому, что он там где-то с кем-то идет в бар. Он же вам не изменяет, он же как-то не предает вас и так далее. С чем связано вот то, что вы так реагируете на это, если честно, не очень понятно. Но определенно, что это не есть хорошо для вас и для мужчины. И именно это то, что мужчине не нравится. Это то, что мужчине неприятно, и, соответственно, он от этого избавился. Вот. То есть, если вы не хотите, чтобы в будущем такая ситуация повторялась, вам желательно для себя этот момент определить, что мужчину нельзя лишать свободы. Дальше. Дальше ситуация заключается в следующем. Вы, как вам уже сказали мои коллеги, вы делаете следующий поступок. Вы напоминаете мужчине о себе и говорите ему о том, что хотите с ним быть. То есть мужчина видит, что вы в нем нуждаетесь. И этот момент, то, что мужчина видит, что вы в нем нуждаетесь, снижает вашу ценность для него. То есть вы для него становитесь, к сожалению, из-за этого поведения менее ценны. И отсюда его нежелание с вами быть. Потому что мужчина мало того, что видит, что вы не даете ему никакой свободы, мало того, что он видит, что вы его ограничиваете, так он еще и видит, что вы, ну, в общем-то, от него зависите. Вы от него зависите, и эта зависимость, она, ну, в общем-то, вас обесценивает. То есть вы, как бы, стремитесь раствориться в нем. То есть я понимаю, что это может быть не так. Вы поймите правильно, я понимаю, что это может быть не так. Но со стороны это выглядит именно таким образом, что вы отчаянно пытаетесь, хотите раствориться в мужчине. А это ему не может не нравиться. И в итоге мужчина чувствует, что вы себя теряете. В итоге мужчина чувствует, что вы становитесь ему менее интересны, потому что вы делаете все, чтобы его вернуть. А получается, как вам тут сказали коллеги, получается, что ситуация такая, что мужчина чувствует себя мужчиной, да, то есть вы поменялись ролями немного здесь. И это, конечно же, заставляет человека вас видеть себя. То есть он вас видит себя, он вас видит мужчину, когда вы его как бы добиваетесь, его завоевываете, например, и так далее. Это ему неприятно. И отсюда возникает обесценивание, по сути дела, вас. Для него, в его контексте. И вот, в принципе, то, что вам можно, ну, объяснить, то, что можно сказать по поводу вашей проблемы. Сейчас самым лучшим для вас вариантом будет занять некоторую такую, знаете, выжидающую позицию, то есть позицию, при которой вы не
навязываете мужчине и свое общество, вы не навязываете мужчине своего внимания, вы просто-напросто принимаете его выбор и общаетесь с ним так, на данный момент, как ему комфортнее всего. То есть, если у него чувства к вам остались еще, если у него есть к вам чувства, и он хочет в глубине души с вами быть, то подобное поведение, то есть поведение нейтральное, поможет вам, с одной стороны, расслабить его, показать, что вы не собираетесь на него давить, показать, что вы, ну, как бы, готовы дать ему больше свободы, в той степени, в какой он хочет. И самое главное, это то, что вы дадите мужчине понять, что вы не собираетесь за ним бегать. Да, это, пожалуй, одно из самых главных вообще моментов здесь. Чтобы мужчина не думал, что вы будете за ним постоянно бегать. Чтобы мужчина не думал, что вы ну, от него вообще зависите, по нему страдаете и так далее. Это не будет играть на пользу вашим отношениям. И время, только время здесь покажет, как бы, есть у вас будущее, у вас отношения или нет. Отдельным пунктом мне бы хотелось сказать такую вещь, что вам необходимо работать над собой, над повышением своей самооценки, над повышением уверенности в себе и над природой вот такого поведения. То есть природа поведения связано с ограничением свободы другого человека. Потому что то, что вы делаете сейчас, это поведение неуверенной в себе женщины, это поведение неуверенного в себе человека. И, к сожалению, ситуация заключается в том, что при таком подходе выстроить равноправных, искренних, прочных отношений просто нельзя. То есть у вас есть по итогам несколько направлений. Первое направление – это неправильная позиция по отношению к мужчине. И второе направление – это работа над собой и над повышением своей уверенности в себе, чтобы представлять куда больше интерес для мужчины в отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.